Военно-информационный канал ДАДУ-79 представляет. В азербайджанской армии пройдет День открытых дверей. По поручению министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, 29 декабря, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, во всех воинских частях для родителей и родственников солдат будет проведен День открытых дверей. Об этом армия АС сообщает со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные административные здания, солдатские казармы и столовые. В рамках Дня открытых дверей планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. По случаю праздничного дня для личного состава будут проведены культурно-массовые мероприятия. Эй, ветен эвладлары, даха бэстир бөлмеяк ветени бөлгелере. Haralısan sözünü getirmeyek biz dile. Deseler haralısan, deseler haralısan, Azerbaycanlıyam, Azerbaycanlıyam, Azerbaycanlıyam. Şemkirliyem, Hallarlı Genceliyem, Samutlu Gazaklıyam, Yevlaklı Ucalıyam. Demek ki Kubalıyam, Şekili Şuşalıyam, Ağdamlı Kocalıyam, Astara Aksuluyam. Demen Ahçıvan Devçi göy çaylıyam, Kavuzlu beylaganlı, Berdeli şah buzluyam. Deme sumganyıtlıyam, ne de bala kendiyem, Zakatala eskeran, Culfalı zerdablıyam. Çevirliyem
hele Oğuzluyam Deme Cebrail'lıyam Zengilan Qubadlıyam Laçlı Şıx Babalı Nə biləsə